Не секрет, что в мире скоро появится наука град. И не в каком-нибудь там Рио-де-Жанейро, а у нас, Сколково. Да, пока что это еще село. Но это самое продвинутое село в мире. Слово селянам. Дружит все село, и от этого селянам весело. Нам провели интернет. Беспроводной интернет. Проводов у нас в деревне больше нет. Мы их сразу же продали на цвет мех. Вот наш Эмиль гармонист. Лихой автомобилист. Возит девок в лес на Ниве наш Эмиль. Называют Ниву девки ее мобиль. Хакер и программист. Он на Пасху, Рождество и Новый год закодированным взламывает код. Вот местный житель Федот опять с авоськой идет. А в авоське хлеб, лекарства и сельдь. Это как бы социальная сеть. Вот. Смотрели мы на девчат, вот еще бы посмотреть один разок. Но забанили глазок. Я полюшка пропахал. Что сажал ты, дорогой механизатор? Посадил морковку и аккумулятор. А вот шагает Денис, он типа наш Викилик. Он писал про нас неправду в Твиттере. Ходит с дырами от вил на свитере. А еще у нас в селе такая секретная технология есть. Я в голограммушке. Мне завидуют другие бабушки. Здесь пою, а дома ем оладушки. Тихо! Приехал! Встречайте! Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев! Добрый вечер! Что хотелось бы сказать? Инновации нам нужно развивать. Но заметил я, лишь там идут дела, где с проверками бываю лично я. Так вот, чтобы улучшить выполнение соцпрограмм, закажу себе штук 40 голограмм. Может, будет тогда время съездить к бабушке и поесть свои любимые оладушки.